Доброй ночи, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. С вами Трофим. Продолжаем двигать Evil Within. Это просто нечто великолепное. И с каждой серии меня разработчики не перестают удивлять. Вы посмотрите, недавно, только в прошлой серии, мы справились с крюкастым оборотнем. Оборотнем. И сейчас на повестке дня шестипалый лопохват. Или как его назвать, не знаю, бля. Кучерявый шестипалый лопохват. Или же лохматый лопохват. Чуть не сожрал нас. Продолжаем двигать великолепную, на мой взгляд, игру Evil Within. Так, ну давайте действительно сосредоточимся, да, и немного обдумаем план действий. Все это как-то внезапно, не успел я даже опомниться. Появился он на горизонте. Дело в том, что я зашел, сохранил игру и поднаворотил убойную мощь еще на дробовичок. Усилил пацаны до талого, там, пятый уровень или четвертый. И, соответственно, увеличил мощь на снайперскую, чтоб уже лупить на убой. Так, подождите, а где же расползучая гидра? Посмотрите, у нас сколько противников. И лопохвостый жопохват, бля. Или как его назвать? Шестипалый лопохват на повестке дня. И, соответственно, расползучая гидра тоже впереди. Но наша задача — сосредоточить внимание, сконцентрировать на поиске наших с вами напарников. Так мы их не нашли, да? Основная задача — выбраться вообще отсюда, с этой клоаки адова, с адовой клоаки. Куда нас затащило внутреннее зло, наши собственные страхи. Так что будем выбираться. Будем выбираться. Так, ладно, великолепно. Секунду, ребята, как обычно. Так, продолжаем. Давайте-ка, ребята, будем комментировать потише. Все-таки 3 утра у меня, там понятно. Шестипалый лопохвост, жопа хват, бля, это все ясно нам. Но все-таки 3 утра, я тут не один, надо потише это все делать. Ну, это сам себе говорю. Так, ладно, давайте-ка разберемся. Блин, как они тут насытили игру, заметили, да? Недавно только с крюкастым разобрались. Бля. Тут расползучая рядом ползает. И, наконец-таки, жопохват, блин. Ой, лопохвост нарисовался, бля. У нас ни патронов, нифига. Как они рассчитывают, я буду с ним воевать? Что-то я даже не понял юмора. Так, подлечимся первым делом, так. И посмотрим, что мы можем сделать. Допустим, из болтов. Хотя бы болты понаделаем, да? Вот, разрывной могу сделать. Отлично, отлично. Все, разрывные сделали. Хотя бы будем по минимуму. У нас, видите, все по нулям. На пистолет, ну, придется против него, наверное, этот ставить. Хотя его сжигать надо. Мы ж помним, мы уже воевали с этой гидрой. Она ползала уже в прошлых сериях. Вспомните, я его сжигал. Сжигал эту паучиху мне лохматую, лопохвоста этого, блядь, шестипалого. Так что будем работать. Ну, сейчас посмотрим. Скорее всего, так и надо. Здесь, скорее всего, так и надо делать. Так, подожди, а что ты не взаимодействуешь? Так что давайте. Блин, как я поражаюсь. Каждая серия что-то новое приносит. Мы наблюдаем в игре. Имеется в виду геймдизайн отличный. Разработчики, те, кто рисовал, пацаны. Те, кто рисовал персонажи. Просто ради этого стоит поиграть. Как красиво все сделано. Однозначно атмосфера ни на что не похожая в этой игре присутствует. Плюс как прорисованы хорошо персонажи. Особенно те, которые с клоаки адовой. Которые с клоаки адовой просто замечательно. Каждый персонаж вызывает мне отдельное восхищение. Ну не то что восхищение, просто, блин, сделано красиво, согласитесь. Вот это вот даже ползучая гидра, блин, лопохвостая. Вот посмотрите на нее, вот она, выползла, это нечто просто. Такого нигде не увидишь, блин. Так, отвалим, это сейчас лопохвостая жопа гидра, или как ее назвать, блин, просто скушает нас. Если мы будем так рассусоливать, тихо-тихо там запечатка. Да, ее надо сжигать, стопудово, пацаны. Так, тихо, забираем. А где она есть? Где она есть? Так, тихо-тихо, стоять бояться. А, попробуем. Опа, отлично, снимай. Где она есть? Вот рычажок. Надо, наверное, огонь убрать. Давай, успей. А, бля, не успел. Успею, нет? А, блин, успел. Ну-ка. Да не, бесполезно. А, вот, смотрите, рычажок. Ну-ка. Иди сюда, гидра ползучая мне. Сейчас я тебя сожгу. Блять, она там уже сзади ползет. Подожди, дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Блин, пацаны. Извините, я просто это.
за Клаву пересел. Пистолет. Все, я понял, что надо сделать. Видели, да, там рычажок. А, просто ее надо попробовать сжечь. Иди сюда, падла. Сейчас загоним ее. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, отлично. Одержала. Горит, тварь поганая. Во, видишь как? Горит, тварь. Отлично, отходим. Так, тут проходик, да, открылся. Берем жидкость, жидкость. Вот, заклава, видишь, быстрее. Просто с геймпада, конечно же, очень сложно прицеливаться. Блин. Ну, в том плане, то, что пока прицелишься, она уже сожрет. Так, я каждую серию это говорю, но не страшно. Так, ищем здесь. Вон, вижу, ага. Вижу, 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 вижу. Иди сюда, падла. Иди сюда, дорогая. Я тебя подожгу. Отлично, работаем. Посмотрите на эту сволочь, блин. Так, вот еще рычажок. А, я сейчас успею, успею, успею. Давай, 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 успею. Я еще успею огонек раскочегарить, блин. Так, теперь надо как-то загнать ее под этот вентиль, блин. Так, так, сейчас загоню. Так, давай, давай, поближе. Поближе, давай, давай, давай. Отлично, бьет. Так, стой, перезарядка. А что, не открывается здесь? Понял. Ой-ой-ой-ой-ой, а что такое? Я живу... А, во-во-во, все. Блин, чуть не сожрало. Так, куда здесь? Блять, я не туда, не туда, не туда, извиняюсь. Стой, стой, стой. Так. Здесь что открыть надо? Не понял. Пробел подобрать. Что тут надо сделать? А, вон вентилятор. А, перенаправить, перенаправить, да? Не, перенаправить наверху где-то должен быть вентиль. Или что? Нифига не перенаправить. А, вон вентиль, ага, вижу. Не понял я, пацаны, что... А, вот он, блин, отлично. Блин, я не заметил. Побежали, побежали. Пробел. Видишь, на клаве все лихо получается. Контрольная точечка. Она еще здесь. Блять, зачем я геймпад опять взял? Да я думал, может. Она еще здесь, пацаны. Она еще здесь, блин. Побежали. Так, сейчас эта падла встанет. Видите как? Не так-то просто, казалось бы. Это что у нас включает? Что я сделал? Так, а как тебя... Ой-ой-ой, тихо-тихо. Надо разминировать, Так, а вот, перенаправить. Пошла в задницу. Демон порчи, отойди, отойди от меня. Так, сейчас все сделаю. Вон там дробь, пацаны. Там дробь. Да блин, я нечаянно нажал, извиняюсь. Глупо получилось. Дело в том, что я просто хотел. Так, берем патроны, блин. Соберем стволы, спешите, я никуда не спешу. Будем сейчас разбираться, что надо сделать. Пока я не понял, понятно, то воздух я перенаправил, да? Вроде как воздух перенаправил, но не ясно. Вон там все равно огонек-то горит, блин. Да, там я не пройду, блин. Так, а что же мне сделать-то такого, бля? Блин, ничего не понял. Юмора. Она же меня сразу-то... А, вот, тут, наверное. Ага. Блядь, она уже здесь. Так, сейчас я ее сюда поближе затяну, и мы с вами... Пусть поближе подтянется. Где она? Иди сюда. Видишь, она там стоит на входе и не хочет отходить, падла. Да здесь я. Иди сюда. Во-во-во-во-во. Я здесь, здесь, здесь. Давай, давай. Иди ко мне. Блин! Блин, 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 блин. Побежал, побежал. Так, отлично, отлично, отлично. Блин, я не успею, наверное, взять, я не буду рисковать. Ну его нафиг, блин. Берем дробь.
У меня дробь уже до талого. А ну-ка, можете завалить? Да не получится. Ее надо сжигать. Стопудово, пацаны. Я даже пробовать не буду тратить дробь. Я помню это точно. Так, тогда пистолет надо ставить. Я помню это точно. Отлично, получи, гидра ползучая, мать твою. Так, видишь, как красиво. Да. Так, надо рычаг взаимодействия. Берем на дробь еще. Блин, она уже здесь. Отлично, отлично. Отлично. Сработано. Блин, ты что меня так пугаешь? Откуда ты нарисовалась? Я ее что-то и не заметил. Блин, пока что сообразишь, что да как. Она резко так выскочила, блин. Так, 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 так. Подожди, где-то рычаг надо искать. Ищем рычаг. Я пока не вижу, ребят. Я просто не вижу, блин. Так, дай-ка я, наверное, опять... за клаву сяду. Блин, пока я пересел за клаву, ладно. Сейчас будем искать. А, вот он, господи. Ага. Так, так, так. И еще один, еще. А, вон он, ага. Опять я, блядь, еле дышу. У меня аптечек нет. У меня аптечки закончились. А как же успеть рычаг-то дернуть, а? Как же мне успеть рычажок-то дернуть? Пацаны, я еле дышу, у меня аптечек нет, блин. Может, успеем? Давай, давай, дорогой, может, успеем? Да не, навряд. А, успел ты, посмотри, какая красота. Блин, она уже здесь. На грани фола работаем, заметили? А я не отключил нифига. Все, убило. Ладно, еще раз. Я не отключил, вы заметили, да? Интересно, где я сохранился? А, да, сложно, конечно, с ней воевать. Так, это где мы? Я уже что-то, блядь, запутался с этими переходами. А, это вот. Так. А, все, понял. Это я еще аж вон. Видишь, пока я прицеливаешься к этому, да? Блин, куда я забежал? Иди ты, блядь, она меня сейчас сожрет, отваливаем. Повезло нам, ребята, честно признаюсь. Просто повезло. Так, пусть поближе подойдет, мне надо разминировать, иначе. Прыгаем, блин, мне по боку. Можно было бы, наверное, успеть собрать. Так, гори, ясно, чтобы не погасло. Иди сюда. Блять, она оттуда подошла, сука такая. Так, может, ну-ка сейчас посмотрим. Где она? Давай. Отлично, гори, ясно. Шестипалый лопохвост, блядь. Или как тебя назвать, падлу такую. Дай-ка я, короче, дробь поставлю, раз я на дробовике. Ой, я точно буду... Блядь, я не перезарядился, сука. Отлично.
Успею. Блин, там еще это... Блядь! Сука, блин, ну сложно, пацаны. Я вам реально... Так кажется. Все-таки... Дай-ка я подлечусь. Она меня уже... Она меня добила, а. Я не знаю, я просто не успеваю, а. Он ничего не успевает сделать, блин. Это гидра... Так, что тут надо сделать? Что тут надо... Подожди, я что-то юмора не понял. А что я разве... Так, 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 отходим. Я развею этот рычаг. Ну-ка. Давай, ну что ты встал, Петя, блядь? А, еще усложняется тем, что... Знаете, чем усложняется? Усложняется тем, что... А, как сказать? А... И что это мне дает, я не понял. Блин. Что это мне дало, блин? А, ее загнать надо, загнать. Ага, понял. А куда ее ты загонишь? А, все, все, открылись. Просто он не сразу погас. Я смотрел на это дело, и меня удивляло то, что не сразу это. Все, отлично, блин, ну слава богу. Тихо, тихо, тихо. Жопал хвастый лапогриф. Ну и как вам эта нечисть? Согласитесь, великолепно сделано. Потрясающая игра. Он что, меня придушил, что ли? Это ж... Я ему просто гриву оторвал. Ой, гриву. Оторвал его лапу, блин. Эта гидра, конечно, мне все нервы вытрепала. Но справились, пацаны. Поздравляю. Шестипалый лапохваст. Лапохвост. Или лапогрив, блин. Хвостолап, блин. Так, отлично, 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 блин, отлично. Просто замечательно. Да кем ты себя возомнил? Это Рубик. Я знаю, кто ты такой. Себ. Я знаю, что ты жаждешь, чего боишься. Сможешь ли ты жить дальше, зная о том, что я заставлю тебя сделать? Няшка Джозеф не смог. Жаль, что они втянули тебя в это дело. Но в любом случае, теперь я могу сделать с тобой все, что захочу. Шестипалый хвастолап. Ой, блин. Так, 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 так. Это что такое? Может, надо было... А, вниз спускаемся. Не, ну вы посмотрите на эту нечисть, да? Я ему просто лапы его оторвал. Лифт, лифт. Вместе с корнем вырвал. Так, ну-ка быстро посмотрим. 6 на дробь, 1 на пистолет, да? Ну, нормально, с дробовичком походим пока что. Ну, неплохо. В принципе, я думаю, достаточно уверенно мы с ним справились. Были, конечно, кое-какие нюансы. Это нюанс, знаете, в чем заключается? В том, что я не настолько профессионально успеваю быстро работать с геймпадом. В плане прицеливания имеется в виду. Поняли, да? Пока наведешься на него стиком, пока наведешь, он успевает сжирать. Черт, я снова здесь. Но это время практики. То есть, в шутеры с геймпадом играть, это, конечно, сложно. В этом плане. Так, обратно нас вернули. Посмотрите, нас обратно домой вернули, бля. Ну, не домой, условно говоря, домой. Так, ладно, хорошо. Будем исследовать или что? Ну, давайте пока по прямой сходим, да? Мы ж-то были тут, я точно помню. Я... Все эти места... Ага, закрыто, блин. Не так-то... Не так-то все просто, да? Как хотелось бы. Да-да-да, по прямой, значит, ладно. Да я думал, может, дадут нам разжиться, блин, чем-либо. И записать не смогу. Зато карта мемориала. Фрагмент 20-й карты Crimson City. Да, и сохранить не дают. Ладно, хорошо. Погнали потихонечку. Так, на прицел, пацаны. Ага.
Зачем он сюда, интересно, нас вернул, а? Там кто-то в замке ковыряется, я отсюда слышу. Или что-то? Что это? Это Лесли собственной персоной. Псих и Люменос. Док! Что это вы творите, черт побери? Пытаюсь нас спасти. Серьезно? Мне кажется, что вы делаете еще одного монстра. Детектив, у меня нет на это времени. У меня тоже. Да успокойся, сейчас все объясню. Лесли был здесь и вернулся. Он вступил в контакт с Рувиком, но выжил. Насколько я понимаю, другим пациентам это не удалось. Чудесно, и при чем тут все это? Он наш путь к спасению, детектив. Причем единственный. Видишь, все это в его голове, это звук. Он, видели, да, я схватился за голову. Все это в моей голове. Нет, все сработало. Блин, нифига себе, там у них целая установка, да? О, слава богу, сработало. Целая установка. Лесли, ты в порядке? Как же так? Почему? Ведь должно было. Блин, расползучая собственной персоной, да, похоже? Да, посмотрите сюда. Вот теперь нам дробовичок и понадобится. Ну разве ради такой красоты не стоит пройти эту игру? Согласитесь, как нарисовано, как все сделано отлично. Доктор, бегите! Блин, да тут одни мутанты. Он хочет тоже того же, что и мы. Он хочет выбраться. Ой-ой-ой, все, Люменосу не повезло, конечно. Но это образы, наши видения, нашего собственного подсознания. Все уже должны понять. Я так думаю. Ангел Деницы мучает нас. Внутренний страх. Люцифер. Ангел Деницы, посланный с неба на землю, дабы вот таких вот деятелей выводить на чистую воду. Ладно, это чушь собачья, но будем, пацаны, разбираться. Что же на самом деле происходит со мной? Что же на самом деле? Эй, я знаю, что ты там. Я знаю, что ты там. Да послушай же меня, мать твою. Давай поговорим, пообщаемся. Кто ты такой вообще? Ох ты, это где я оказался? Это где же я оказался? Наверное, сейчас Рувик просто в ярости. Сломал терминал STEM. Никогда не думал, что дойдет до этого. Что за STEM? Наверное, он уже на грани, раз решил порвать все связи. У него осталась только связь с настоящим. STEM в больнице. У него осталась только связь с настоящим STEM в больнице. В больнице? В психиатрической больнице Маяк? Маяк? Он там, ждет его. Если этот кто-то не доберется туда первым, выбраться не сможет никто. Так. Ага, маячок, который посылает, видимо, все эти импульсы нам в мозг. Надо будет уничтожить. Я так понял, да? Так, ну, этого от вас пахнет кровью. Что я хотел сказать по поводу... Так, а газетку мы не сможем почитать? Сможем. Смотрите, какая красота. Раскрыты нарушения в работе психбольницы. В ходе внутреннего расследования, проведенного в психиатрической больнице «Маяк», выявлено исчезновение нескольких пациентов. Глава администрации больницы Марсело Хименес
утверждает, что это просто канцелярская ошибка. Это нас вернули в реальность, то, что на самом деле происходило в этой больнице, поняли, да? То есть вот эти все различные дневники и газетки, которые мы читаем, самостоятельно анализируя, мы связываем прочитанное с сюжетом игры и, соответственно, делаем выводы по поводу всего этого сюжета и тем самым продвигаясь и осознаем, что мы с вами делаем. Не хаотично, не впустую проходим игру, не понимая, что, где мы находимся, а, соответственно, включаем мозги и проводим выводы. Анализируем дневники, читаем, где у нас, кстати говоря, у нас же есть все, архивы с вами, правильно? Вот, архив. Заходим в архив, дневник ноябрь. Все это можно провести. Вы не думайте, что здесь все, как некоторые пишут, понатыкали, понавтыкали, сюжет непонятен. Так ты разберись, блядь. Включи мозги, почитай, проведи связочку, и все тут понятно, все ясно. Если есть желание к этому. Если этого нет желания, игра вообще не нравится, так вообще не смотри или не играй. А если начал играть, то разберись в то, во что ты играешь. Это касается всех игр в целом. И остерегись осуждать игру. Вначале пойми ее. И сделай вывод, а то увидел, блядь, услышал, прочитал и сразу же осудил. Это не дело, ребята, это не профессиональный подход. Так поступают только дилетанты, блядь. Это на будущее, имейте в виду. Это касается всего жизненного вашего процесса. Ко всему необходимо подходить с трезвой головой и оценивать, и давать оценку тому или иному виду деятельности только в том случае, если ты сам с этим сталкивался или же более-менее знаешь по вопросу что-либо. Тогда ты можешь как-то оценивать, а не то, что где-то прочитал, услышал, увидел, а потом, так сказать, разглагольствуешь. Так, ладно, смотрим. 1800 по баночкам, по мозгам, ни о чем. Прыгаем, сохраняем игру и прыгаем обратно. Сохраняем игру, прыгаем обратно. Так, секунду. Так, продолжаем. Давайте-ка я потише буду говорить, а то меня тут трюмят уже. Дело в том, что время 4 утра. Имейте в виду, ребята. 4 утра у нас, а я тут раскричался, блядь. Шестихвастый лопохвост, блин. И так далее. Это никуда никуда не годится. Надо потише говорить. Так, ну, куда мы попали? Значит, все ясно нам с вами стало? Или же это наша иллюзия, пока не ясно? Или же необходимо некую установку импульсную найти, которая посылает нам разряды в мозг и вызывает соответствующие галлюцинации. Скорее всего, так и есть. Вы слышали, да? Установка STEM. Найти, уничтожить, обезвредить, блять, и, так сказать, дабы неповадно было. Будем пробовать пытаться. Впереди нас ждет, наверное, пацаны с вами. Вот что нас ждет. Ужас нас с вами ждет. Да я думал, впереди сейчас опять надо будет бегать нам за этим. Лесли, куда у нас там? Дабы он нас вывел к этой установке. А тут все сложнее гораздо. Неужели сейчас опять придется воевать? Только что ж, блин, с лохматой гидрой разобрался. А тут еще на повестке дня у нас расползучая. Но вот это вот расползучая помощнее, я так понял. Куда гораздо помощнее. Так что готовьтесь, ребята. Смертей будет много, блин. Если сейчас придется, конечно, с ним воевать. Ой-ой-ой. Так, тихо. Ой-ой-ой, посмотрите на эту жесть, блядь. Она меня зацепила, что ли? Сколько у меня по дроби, сколько по патронам. Так. А, ну 6 на дробь. Ну пусть тогда дробовичок пока и стоит. Блин, да ну нафиг, ребята. Ну это не серьезно. Я ж только с волосатой разобрался. С волосатым шестихвостом, блядь. Лапогривом, или как его назвать. Блядь, а че я, блядь. И сейчас по новой воевать. Ой, блин. Да, похоже, так оно и есть, ребята. Готовьтесь к бою. Так, беру-ка я дробовичок, блин. Раз такое дело. Стой. У нас там гранатки еще имеются, на крайний случай. Но этот противник, наверное, все-таки помощнее. Так, это куда мы? На стояночку куда-то внутреннюю, да? Гараж вышли мы. Больница самой, да? Или что это? Так, тихо. Ага. Ой-ой-ой, вы посмотрите на этот ужас. Да, короче говоря, похоже на то. Придется сейчас отбиваться, пацаны. Как мы будем это делать, пока не представляю. В процессе боя будем. Может, этого мутанта также надо как-то своеобразно уничтожить, да? Ну, то есть специальные рычаги тут, да, для уничтожения. Подобно тому, как мы с волосатой работали. Ну, сейчас будем пробовать. Так, вон там дробь вижу.
Отлично, дробовичок. Здесь у нас что, гранатки? Так, давай-ка гранатки сразу поставим. Где у нас? Берем гранатки. Гранатки, это что? Патроны собираем, значит. Собираем, собираем. Да, видите как, снабжают, снабжают нас всем, что, чем можно, блин, да? Соответственно, ладно. Где она там есть? Я сейчас ее попочую гранаткой. А вон он ползет. Держал гранату от Трофима, блин. А, отлично бьет. Держал еще одну. Отходим. Пару гранаток я ему туда зашвырнул. Он ползет, ползет. Бежим, 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 бежим отсюда. Сваливаем. Ну его в баню, блядь. Мощный там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо. Блин, он у меня вздыхает как быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятки. Это очень серьезный мутантик. Так, ну-ка. А ты здесь как? Здесь-то меня он не видит, да? Блин, гранату, блядь. Он сбивает эти, вы посмотрите. Он раскрушил, блядь, сука. Ну все, я труп, да. Он просто эту разбил. В пух и прах, короче. Да-да-да, понятно все. Так не спрячешься, я губу раскатал. Да, ребята, серьезный противник, сразу я вижу. Очень серьезный. Так, побежали, побежали отсюда. Сейчас будем думать. Ну, неплохо гранатами, конечно, получалось. Можно со снайперки. Я там увеличил мощь на снайперку. Я сейчас... ты так не сдыхай раньше времени. Так, пойдемте. Тут аптечка была. Вот, на снайперку патроны и аптечечка. Отлично. Берем гранатку. Сейчас вначале гранатами я его попотчую, а потом перейдем на снайперскую. Он у меня там мощный. Блин. Вот он. Ага, держал. Чуть-чуть зацепило, но он успел отойти. Так, подожди, как бы мне так пробежать, чтобы он меня... А у него вон глаз наверху, видите, да, хвоста, на хвосте глаз какой-то. Может, надо туда в глаз этот попадать? Да, скорее всего, глаз ему отбить. Видели, да, он как бы пытался меня увидеть. Ну-ка, 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 ну-ка. Во-во-во, отлично. Он пытался меня увидеть, что-то. Ага. Блин, ну опять я не успел. А пока ты, блядь, замахнешься, извиняюсь за мат, блин. Он уже успел. Видишь как? Да все, все, ты не жилец, блядь. Я не успею даже подлечиться. Даже пробовать, да? Или успею, да? А, успел, успел, смотри. А, во-во-во-во, ну-ка, ну-ка, сюда, сюда. Вон аптечка. Аптечка, так, лечимся. По максимуму лечимся. Ага, во-во-во, тихо-тихо-тихо. Он не видит, да, меня? Ну-ка, дробь. Сука такая, получи в руку, падла, блядь. Иди сюда, сейчас я его отсюда возьму. Или не возьму. Ой-ой-ой, какая жопа, вы посмотрите. Нифига, нифига я его оттуда не возьму, блядь. Отходим. Побежал. Так, а как же мне с тобой воевать, ребята? Ставим снайпер. Да что снайперский? В чем здесь снайперский? Надо в глаз попасть ему. Да ну, это я то, что со снайперской. Я не думаю, что там снайперская его как-то оприходует, согласитесь. Ну, чё смеяться? Пацаны, вы верите, что я со снайперской? Да что ты будешь делать? Он раскидывает все. Он все на своем пути рвет и меч. Посмотрите, просто негоже с ним воевать. Да ебаный, блядь, да что? Короче, я не знаю вообще, как с ним воевать, пацаны. Он просто меня убивает. У меня аптечек нет. У меня аптечки закончены. Тихо, может он меня не увидит здесь? Тихо. Так, отходим. Во-во-во, отличная позиция. Ну а он меня догонит сейчас. В смысле не то, что догонит. А он что, прятает? Ну-ка, спрятаться можно.
О, ребята, слушайте, так я его сейчас уничтожу, эту падлу. Подождем, подождем, сволочь. Пусть он... Кстати говоря, один из вариантов. Отстрелял, спрятался, да? Выждал момент. Давайте так поработаем. Потому что у меня, смотрите, тут... с вами аптечек никаких, а он у меня быстро сдыхает, конечно. Так что... Будем работать. Ладно, сейчас подождем, посмотрим, как он взаимодействует. Может, он меня сейчас вычислит. У него, получается, сзади некий глаз имеется. В этот глаз надо, похоже, попасть. Я так думаю, если в него попасть хорошенечко, он просто ослепнет. И, соответственно, будет проще воевать здесь. Но туда проблематично попасть, конечно. Видишь, он как? Увидит? Нет, он здесь найдет. Как вот? Вроде как тишина. Пусть он туда подальше отвалит, я его... Так, все, вылазим, вылазим. Смотрите сейчас, как будем действовать. Так, так, так. Сейчас он нарисуется, нарисуется. Я им по патрону и, соответственно, будем воевать. Ага, отлично. Прячемся. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, получится, нет? Да не, он меня увидит, меня увидит. Да, или что? Ну-ка. Да не, все, я труп. Да, губу раскатал одноглазый, не так-то просто. Ага, по патрону. Шмальнул и спрятался, видите как? Ну, думал, любую тактику надо пробовать. Ну, то есть сейчас варианты будем вырабатывать для себя. Будем вырабатывать вариантики и, соответственно, выберем, как нам с ним воевать лучше. Потому что это не дело. Вначале надо будет собрать аптечки все, блин, на снайперскую. Так, ставим гранатку. Начнем с гранаты. А, вот это вот что у нас за блоки? Может как-то его загнать? Вон он ползет. Держал, падла. Держал еще одну сразу туда. Отходим. Парочку гранат получил. От нас презентик от Трофима. Так, можно еще одну запульнуть. Давай, иди сюда, приятель. Сейчас, сейчас, сейчас. Там он на снайперскую. Ну, где ты там? Идет, идет, идет. Так, держа. Ага, побежали, побежали. Успею пробежать? Успел, отлично. Берем, берем снайперскую. Блять, он уже здесь, отходим. Пацаны, я извиняюсь, конечно, но, блин, я даже просто не ожидал, как он там. Блин, ты что, не перезарядился, что ли, приятель? Ну ты меня совсем разочаровал, как ты так не перезарядился? Блин, ну ты что творишь? Ты так, конечно... А, вот я сейчас что сделаю. Вот, вот здесь он меня не видит. Вот он, вот он. Не то, что не видит, просто... Да как не видит? Он же тебя меня видит здесь. Как он тебя не видит? Ты что, с ума сошел, что ли? Ой-ой-ой-ой, блядь. Ну, глупо это было. Не видит он меня. Да я думал, он проскочит, и я... Короче, я не знаю. Просто не знаю, как мы с ним будем справляться. Надо вырабатывать тактику какую-то, пацаны. Не, сложный мутант вот этот вот, да, получается? Ну, ладно, сейчас. Так, сразу гранату взять, блядь. Туда зашвырнуть. Где он там идет? Ладно, сейчас я, подождите, пока аптечку возьму. И будем думать, блин. Все собрать, блин. Блять, он уже здесь, блядь. Блин, ну а как вот мне отсюда выбраться? А, ну вот, отлично.
Блин, ну что ж ты будешь делать, а? Ой-о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 й. Сдох, 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 я понимаю. Он вздыхает у меня моментально, пацаны. Глаз, 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 глаз. У него там глаз, глаз наверху. Вот он, глаз. Блять, не успел попасть. Отлично, в глаз попал, глаз попал, глаз, в глаз попал. Видели, да? Все, он меня сейчас не видит. Он меня сейчас не видит однозначно. Однозначно, он меня сейчас не увидит, блин. Так, ну-ка. Спрячь, спрятались. Я ему в глаз попал, это факт. А, то есть у него, получается, сзади вылазит вот это вот, типа как глаза, я так понял. И он, по идее, должен сейчас вслепую двигаться, и мы, соответственно, его попробуем завалить. Он что, увидел? Да вот он глаз, блин. А, вот он глаз, сука, увидел. Пошел в задницу, надо валить отсюда. Надо валить отсюда, валить отсюда. Валим, валим, пацаны, он меня увидел. То есть в этот глаз надо долбить. Поняли, да? 100%. Чтобы его завалить, надо долбить в этот глаз. Другого варианта я не вижу. Другого варианта я не вижу. Или, или жене. А как туда, блядь? Он же ее не всегда выпускает, этот глаз. Он же не всегда его выпускает. Не, жопа с ним воевать. Я вам реально говорю. Вообще жопа, жопень полнейшая. Да, блядь, а пока с этим геймпадом, сука, прицелишься еще. Да как Арвэма? У тебя что там, их два патрона всего? Дятел, давай бери дрон. Не, возьму-ка я арбалет. Я пока вообще, у меня нет мысли, как мы с ним воевать. Видишь, он терзает, блин. Попасть-то попал. Только не вздыхай сейчас, приятель. Ну, ё-моё, блин. Иди сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Я ему сейчас разрывным. Блин, не попал, что ли? Да как так? Ну, ё-моё. Как так? Вы чё, блин? Отлично, отлично. Я не туда ему попал. Да, ему попал. Там вон надо ему в глаз попадать. Видели, да, у него раскрылся как бы этот. А у меня на снайперскую нет патрона. Тихо, тихо. Он уже здесь? Он уже здесь. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, зацепил, а. Тихо. Он уже здесь, он уже здесь, сука. Вон он, глаз у него. Тихо. Тихо, повоюем, повоюем. Стой, 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 стой. Да-да-да, надо в глаз бить. А, стой, 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 стой. Получилось что?
Ой-ой-ой, завалили, слава богу, блин. Ну, помучились, пацаны, ой, помучились. Это какая-то адовая клака, это факт. Просто он мне все нервы вытрепал, да? Как мы с ним? Ну, не то, что помучились, но пришлось под, как бы понять. Я вначале думал, ему надо именно в глаз попасть. В ту заднюю часть, которую он выпускает, дабы он ослеп. А потом уже вслепую, когда он ослеп, а тут вот баллоны, можно было по баллонам долбить. Короче говоря, игра предоставляет кучу вариантов уничтожения этого мутанта. Ну, в принципе, неплохо сработали. Расползучая гидра получила вексель. Вексель от Трофима, мне. Назовем серию. Ну, серия так и будет называться. Расползучая гидра. Бой, да, сказать? Неплохо получилось, мне понравилось. Погнали. Фу, блин. Я думал, зависнем мы надолго здесь. Зависнем мы надолго. А, придется помучиться. А что у меня так было патронов мало? Я и не понял. Так, ну-ка, перед тем, как прыгать в лифт, я осмотрюсь. Что мы взяли, что нет. Однозначно тут имеется, наверное... какие-нибудь еще как бы тайнички. Вот, вижу дробь, да. Вижу на дробовичок патроны, вижу на пистолет патроны. А то сейчас бы ушел, блин. Перезаряди и забирай патроны. Ага, отлично. Так, что еще мы можем здесь собрать? Вот, пожалуйста, тебе. Так, 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 стой, аптечка. Аптечечка. А я поначалу, знаете, думал, что вот этот вариант еще, допустим, как-то здесь взаимодействует с этим вот прибором. Но тут вот там он не баллон, я думал, как бы с баллонами, да, его подвел, шмальнул туда. Ну и, соответственно, как бы его опалило там огнем. Так, видите, как много всего интересного еще можно собрать. Ага, тишина, да? Ну, ладно, все, прыгаем в лифт. Прыгаем в лифт. Так, возьмем дробовичок. Замечательно, пацаны, эпизод пройден. Какой уже у нас уровень? Сохранить игру, сохраняемся. Да, эта игра меня не перестает радовать. С каждым уровнем все больше и больше я в нее влюбляюсь. Надо будет отдельно, потом тоже поиграю более тщательным образом. Классная игра, молодец, Миками, блин, разработчик данного проекта. Все в стилистике, конечно, Resident Evil, но атмосфера, конечно, неповторима. Не сравнить ни с чем. Так, ладно, тихо. Неужели в городе? Ох ты! Я точно помню, что там вроде как в городе дадут нам подвигаться немного. Не говорите только... то, что мне придется... А, нет, нормально. Я думал, сейчас еще придется как-то выбираться с этого лифта, пробовать. Так, ну-ка, ну-ка. А, воссоединение, эпизод 11. Так, 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 так. Ну, видите, да, как красиво все сделано. Мы с вами выходим в город. Так, ну, в городе, наверное, надо снайперскую ставить. Похоже, уцелела только психушка. С чего бы это? Потому что ты в ней находишься. Вот с чего.
Так, а это не сохранка случая? А ты сюда не попадаешь? Не, нифига он туда не попадает. Блин, а куда тут идти-то дальше? Эй, да чё ты... А, ну по прямой, значит, да? Да-да-да.